6 лет качественной работы, десятки тысяч отремонтированных машин. Видовский техцентр 50 уже давно заработал безупречную репутацию, столь необходимую в автобизнесе. Сюда приезжают довольные автомобилисты, ведь работают здесь на совесть и четко по регламенту. В первую очередь в техцентре 50 автомобиль оказывается здесь, на автомойке. Сначала машину моют, и только потом уже чистый автомобиль отправляется на диагностику и дальнейшие работы. Коллектив – десятки опытных специалистов с умелыми руками – механики, электрики, мотористы. А в помощь им самое современное оборудование, что позволяет оказывать практически весь спектр работ. Сегодняшний день – это плановое ТО, ремонт двигателей, сход-развал, шиномонтаж, в шиномонтаже правка дисков имеется, потом у нас автоэлектрика, кузовной цех. В техцентре 50 в первую очередь стараются выявить именно причину поломки, а не, например, сразу поменять деталь, а то и весь агрегат. Такой вдумчивый подход позволяет автомобилистам не разориться на обслуживании своего железного друга. Сейчас мы в святая святых техцентра, ремонтной зоне. Здесь одновременно может обслуживаться до 10 автомобилей. Марки машин, как мы видим, самые разнообразные, от демократичных до дорогих. В ближайшем будущем здесь предложат еще одну услугу, причем уникальную. Техцентр 50 стал единственным в Московской области, где установлены бесконтактные скоростные линии проездного контроля «Техновектор-8». Это оборудование позволяет производить быструю диагностику колес автомобиля. Причем можно приехать как на разовую услугу, например, перед дальней поездкой, так и пройти эту процедуру в рамках техосмотра. Он, во-первых, получит не обычный диагностический лист, как уже принято выдавать на всех станциях, а он получит именно качественный контроль автомобиля. То есть выявление сход-развала, приборы не нужно будет одевать. Это будет происходить буквально за 3-4 минуты. Пока же машиной занимаются специалисты, ее владелец с комфортом проведет время в зале ожидания. Для дорогих гостей установлены плазмы, благодаря которым можно наблюдать за процессом ремонта. Видновчанин Семен Комаров в техцентре 50 впервые. Его автомобилю нужна диагностика двигателя, и к выбору он подошел ответственно. Близко к дому и посмотрел по отзывам. Как бы в интернете, и решил сюда приехать. Здание техсервиса занимает несколько этажей. Это более 1000 квадратных метров. И мы продолжили нашу экскурсию дальше. А еще здесь есть отдел с большим выбором автозапчастей и расходников. И я как раз нашла то, что мне нужно – масло для своей машины. Подскажите, пожалуйста, какая цена? 2850 рублей. Отлично, на 100 рублей дешевле, чем я беру. Оформите, пожалуйста. Хорошо. Если же необходимого товара нет в наличии, его оперативно доставят или посоветуют альтернативу. Время работы техцентра с 8 утра до 9 вечера, ежедневно без выходных. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.